Внеплановые проверки антитеррористической защищенности объектов образования проходят в городском округе Щелково. Представители администрации проверили соответствие современным требованиям принимаемых мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в школе номер 8. Заместитель главы городского округа Виктор Семин провел для педагогов инструктаж по порядку действий при возникновении террористической угрозы. При угрозе, допустим, нападения, при захвате заложников, при появлении неизвестного, у всех должно быть уже машинально отработана эта система, так скажем, защиты. В округе регулярно проводятся тактико-специальные учения оперативных групп Щелковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, в ходе которых отрабатываются действия в случае осложнения оперативной обстановки в образовательных учреждениях. Главная задача – практическая координация действий Росгвардии, полиции, МЧС, частных охранных предприятий, а также учителей и учеников при возникновении чрезвычайной ситуации. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.